Добрый вечер, дорогие мои подписчики и те, кто любит мое видео. Это канал «Разговор с Богом». Сегодня я расскажу о том, как правильно дышать в медитации. Что такое вообще дыхание в медитации? Дыхание в медитации называется прана. Что такое прана? Это значит, во время дыхания мы подаем энергию внутрь своего тела. Каким образом это делается? На определенном упражнении сейчас я наглядно покажу. Например, такое упражнение. Дышим ровно через живот. Дыхание всегда идется через живот в медитации. Если мы делаем дыхание, как обычно, то это будет неправильно. И мы не сможем подать энергию внутрь себя. Также присутствует выдыхание. Мы вдыхаем животом. И выдыхаем животом. До конца дыхание до конца. Когда мы дышим грудью, у нас получается по-другому. Вот смотрите, вот так. Это грудь, а вот живот. Совершенно другое отличие. Вот сейчас вы понимаете теперь, чем отличается обычное дыхание от другого. Необычного дыхания, энергетического дыхания. Мы дышим именно энергетически. В детстве мы могли так дышать. Нас никто не учил, мы просто изначально так. Но позже мы начинаем забывать об этом. Но дышать нужно именно так. И тогда мы будем жизнерадостными, энергичными. И много чего достигнем. Вот что нужно для нас. Ну, это будет продолжение. Дальнейшее дыхание. Может быть, придумаю еще кое-чего. А вы пока подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И не забывайте помечать мои видео. Ваше любимое видео, колокольчик нажимаю. Все, пока, ребят.